Сарове нет документа, который бы регламентировал правила установки памятников и мемориальных досок. Решение об увековечивании исторических событий и заслуг саровчан принимает комиссия по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. Проблема создания соответствующей нормативно-правовой базы назрела давно. Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства, при разработке положения учитывался опыт других городов. Оно регулирует порядок обращения с ходатайствами об установке памятника, мемориальных досок, памятных знаков, порядок реализации этих ходатайств, порядок установки, обеспечения сохранности и учета. Больше всего замечаний депутаты и представители общественных организаций высказали к списку документов, которые нужно будет собрать, чтобы представить на рассмотрение комиссии. Многим он показался неуместно длинным. Другие считали, что только максимум материалов поможет принять взвешенное решение о разрешении или отказе в установке памятника или мемориальной доски. Говоря о бюрократизации и количестве документов, важный вопрос, мы забываем немножко, что помимо, собственно говоря, решения о размещении памятника данному человеку и событий, у нас потом идет землеотвод, инвестиционный план, собственно говоря, проектная документация. И все это согласуется где-то, примерно здесь же. Да, и смотрите, документы, которые существенны на одних стадиях, возможно, совершенно не нужны на начальных. Депутаты предложили облегчить процедуру ходатайства и разбить список документов на категории. Одни справки должны представить инициаторы, другие войдут в полномочия администрации. Окончательно это решение будет приниматься главой администрации, и он будет вносить проект решения в Думу. Это будет приниматься решением Думы. То есть здесь еще, кроме комиссии, еще двойной контроль. Проект положения об установке памятников и мемориальных досок депутаты с учетом указанных замечаний и предложений отправили на доработку, чтобы потом обсудить с участниками рабочей группы от ядерного центра. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.